буфет театра Немировича Данченко. Ассортимент. Бутерброды, десерты, соки. Цены. Зрительный зал музыкального театра оперы и балета имени Немировича Данченко. Белый и синий интерьер, хрустальные люстры, прекрасная акустика, прекрасные места, удобные. Сейчас начнется опера «Царская невеста» Римского-Горского. Самая моя любимая опера. Может быть, что-то покажу. Громадное пространство театра отвоевано на улице. Просто гениально так придумали. Соседние дома прихватили, кое-что разрушили. Объединили все крышей. Здесь и афиши. И столики, и буфет. Очень, очень вкусные пирожные, очень вкусные. Неплохой кофе. Вот такой вот интерьер нового пространства театра. Это, собственно, старый интерьер театра. Вот тот, который был в советские времена, я помню его. Здесь стоял рояль и рассказывали музыковеды содержание музыкального спектакля «Буфет». Да, здесь, но здесь был буфет всегда. Просто развернули пространство дальше, и поэтому всем хватает места теперь. Ой, здесь какая лестница прекрасная. Ой, какая красота. Новогодняя елочка. Очень нарядно. Посмотрим вот эту экспозицию. Шутливый подарок, как будто бы
солисты и хор музыкального театра. Интересно. Это программки. Настенных история старых постановок. Ой. Здесь надо все изучать. Это музей, театральный музей. Какой прекрасный интерьер. А вот тот рояль исторический.